Пожалуй, орхидеи – одни из самых инертных растений на нашей планете. Они могут годами жить с проблемой внутри и внешне никак этого не проявлять. При правильных и физиологичных условиях содержания орхидея попытается сама исправить внутреннюю проблему всеми возможными для нее способами. Она вырастет детку выше места поражения в стволе. Орхидея сама покажет вам место расположения проблемы внутри ствола. Увидев сигналы орхидеи, можно еще несколько месяцев вполне спокойно прожить, не замечая этих сигналов. А потом на стволе орхидеи увидеть внешнее проявление глубокой внутренней проблемы. Сухая гниль ствола орхидеи. Возможно ли победить ее природными методами? Обезвредим сухую гниль и разделим орхидею с цветоносом на части. Удастся ли мне сохранить цветение? Метод прищипывания. Зачем я прищипываю орхидеи? Это... Можно ли обхитрить орхидею, если она сама этого не хочет? Смогла ли я получить от орхидеи то, чего хотела? И сколько же у одной орхидеи нереализованных меристем? Вам интересно? Тогда не пропустите премьеру видео на канале «Классика орхидейного жанра». Напишите в комментариях только одно слово «интересно» и поставьте пальчик вверх под видео.